Всем большой привет и добро пожаловать на наш канал «Просто рецепт». Сегодня хочу показать вам очень интересную идею закуски, завтрака или просто перекуса. Оставайтесь со мной, будем готовить вместе. И для этого рецепта мне понадобится 1 тонкий бездрожжевой лаваш, 3 отварных крутых яйца, 200 грамм консервированного тунца, 100 грамм сыра, любой, который вам нравится, немножко зелени, у меня сегодня укроп, и для соуса у меня здесь 100 грамм сметаны, пол чайной ложки горчицы, также пол чайной ложки сахарного песка и соль по вкусу. Тунец разомну вилкой. Яйца натираю на крупной терке. Кусочек сыра натираю на мелкой терке. А зелень мелко нарезаю. Для соуса к сметане добавляю горчицу, сахар и соль. Все перемешиваю. Соус обязательно попробуйте на вкус, чтобы он вас устраивал. Теперь раскладываю лаваш. У меня он длиной примерно 30 сантиметров. Смазываю его соусом. По всей поверхности распределяю рыбу. Далее натертые яйца. Теперь посыпаю сыром. И сверху присыпаю зеленью. И с короткой стороны сворачиваю в тугой рулет. Переношу рулет на пленку и оборачиваю пленкой. И убираю в холодильник. Охлажденный рулет я освобождаю от пленки. И нарезаю на порции. И вот такой шикарный рулет получается по этому рецепту. Очень вкусный, сытный, ароматный. Все ингредиенты отлично сочетаются между собой, делая этот рулет еще вкуснее и прекраснее. Такой рулет прекрасен тем, что его можно приготовить заранее. Для завтрака я готовлю его с вечера, оставляю на ночь в холодильнике, а утром просто нарезаю. Очень быстро, просто и легко. А самое главное, что это очень и очень вкусно. Попробуйте вы приготовить по этому рецепту, я думаю, он вам тоже очень понравится. Готовьте с любовью и удовольствием. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Текст и формат рецептов вы как всегда найдете на Яндекс.Дзен, ссылочку я оставлю в описании под видео. Я всех от души благодарю за просмотр, желаю вам прекрасного настроения, до скорых встреч и пока-пока!